Здравствуйте, мои дорогие друзья и гости моего канала. Сегодня у нас уже 3 мая. Давно я не снимала ролики. Все знают, уже многие знают, что я лежала в больнице, мне сделали операцию. Вот я буквально на днях меня выписали с больницы. Еще, конечно, буду на больничном дома, то есть по месту жительства. Вот, поэтому швы мне еще не сняли, как вы видите, то есть очень больно еще поворачивать голову, ну и как бы состояние не очень, скажем так, хорошее, но работа продолжается. Я вот за эти буквально несколько денечков пытаюсь навести более-менее порядок в огороде, потому что, сами понимаете, столько времени было упущено. Вот сейчас нагоняю. На месте не сижу. В общем, работа продолжается, друзья мои. Вам небольшой такой обзорчик. То, что я сделала, вот клумбы в порядок привела. Все тут подрыхлила, скопала. То есть вот где-то тюльпанчики вылазят. Вот так вот шланг валяется. Воду набирали. Где-то что-то обрезала. Вот, занимаюсь сейчас посадочным материалом, то есть сажаю по контейнерам, откапываю, то есть как-то так. В общем, работы очень много. Сегодня рассаживала гортензии, это низкорослые гортензии, у меня их, не знаю, видов 6, наверное, или 7, вот по таким большим горшкам сажала, так, Sunday Phrase, так, Off Pink, то есть, ну и там у меня расставлены тоже в больших горшках 10-литровых высаживала, я имею в виду из маленького объема в более большой. Вот лиственница моя, смотрите, друзья, принялась прекрасно, смотрите, пошел новый прирост, распускается красотка на штамбе. Вот позавчера помыли прудик, Саша мне помог, конечно. Более-менее привела альпийскую горку в порядок. Сейчас скоро все зацветет и будет очень-очень красиво. Вот. Там вот, смотрю, уже начала зацветать. Ой, все, забыла. Забыла. Так. Камнеломочка, посмотрите, какими шапками уже скоро зацветет. Ну вот, более-менее... Там у меня жасмин, махровый чебушник распускается. В общем, скоро все преобразится и будет красиво. Будет красиво. Вот, тут у меня тележка, я вам говорю, да, с землей. Саша мне подвозит, я сажаю тут посадочный материал. То, что у меня с прошлого года еще осталось, привожу в порядок. Вот такие вот дела. Сейчас отодвинем. Не успела я, не увидела, как отцвели, ну как отцвели первоцветы, я, конечно, не увидела, лежала в больнице. Вот примулка начинает набирать цвет, какая-то уже цветет. Так, вот тоже зацвело, но тут у нас морозец был, листочки маленько, конечно, подзамерзли. Примулка очень красивенькая. Обрезала свои розы. Смотрите, уже багульник цветет. Очень красиво. Так он мне нравится. У меня их два кустика. Один маленький еще совсем. Вот он. Вот оно тоже цвет набирает. Очень красиво смотрится. Обработала я свою клубнику. Тут приготовила тоже клубничку на продажу. В общем, дел очень много. Очень много. Ой, красотулечки. Вот. Пиончики начинают вылазить. Пионов у меня достаточно много. Всякие разные. Вот они вылезли, морозники. Я в прошлом году покупала 4 вида морозника. Все они принялись. Что не могу сказать о
прострели. Прострела у меня всего, друзья, в этом году один вылез. Хотя садила я, по-моему, 3 куста разных расцветок, но сохранился только один. Ладно, ничего страшного. Всяко бывает. Здесь тоже вылазят лилии, лилейники, то есть просыпаются. Лук. Вот так вот все это выглядит. Хотела пораньше снять ролик, но не получилось. Работы очень много. Здесь у меня мак. Ну, мак обычный, такие красный, пушистый. Вот. Тайга, клематис. Клематисы, хочу сказать, что сохранились все. Сохранились все. Вот тоже пиончики. Ой, пиончики. Тюльпанчики уже. Смотрю, видите, бутончики набирают. Вот такие вот, друзья, дела. Брунерочка. Тоже думала, погибнет. Вот у меня их 2 сорта брунера. Сохранились. Сохранились хорошо. Я очень рада. Так, василисники. Василисники, гордость моя. Видите, только-только начинает просыпаться, малыши мои. Вот они, видите, только-только. С отправкой я уже говорила, где-то числа с 15-го, наверное, буду отправлять. Вот, здесь у меня белый. Вон он, видите, проснулся тоже. Аквилегии. Ну вот, холодно, на улице холодно. Сегодня будет минус 1, минус 2. Тут клематисы, смотрю, видите, просыпаются. Это я сажала в прошлом году. Вот так он называется. Но я больше всего рада, друзья, что у меня в прошлом году я сеяла семена голубого мака, гималайского мака, меканопсиса. То, что я сохранила, высадила в грунт, друзья, и они у меня сохранились. Посмотрите, какая прелесть. Не знаю, будет цвести в этом году, не будет, но я прямо очень-очень рада. Еще не дошла до полярного медведя, надо будет мне обрезать его. Не знаешь, за что хвататься. Вот. Спрашивает Лена, есть ли у тебя магнолия? Есть, друзья, вот она у меня, кустик магнолии, который я посадила. То есть кустик вот этот уже перезимовал у меня 2 зимы. 2 зимы, и я хочу сказать, он живенький. Видите, почечки, все, то есть магнолия жива. Ну, конечно, не знаю, очень медленно растет, очень медленно растет. Ну, хотя я покупала совсем былиночку. Мне просто интересно вырастить магнолию. Не знаю, получится, не получится, но 2 зимы у меня магнолия перезимовала. Вот. Хризантемы мультифлоры, корейские сорта. Я вам уже показывала, что все-все сохранилось. Все у меня, где вилки воткнуты. В общем, все мои хризантемки сохранились. Здесь я сегодня тоже, видите, горшки, да, посадила хризантемы мультифлоры. Вот, чтобы у меня были не только в грунте, а также еще и в горшках. Потому что захотел туда поставил, захотел сюда поставил. То есть очень красиво будет смотреться. Вот, в прошлом году я то, что недопродала, видите, вот в ячеечках, в стаканчиках, это все хризантемы мультифлоры. Все прекрасно сохранилось, и даже в стаканчиках, видите, вот они, ждут своих потом хозяев. Здесь я пересадила сегодня, была у меня в горшке фрейс мельба, гортензия, я ее пересадила в грунт, в общем, делами занимаюсь. Вот, здесь у меня самарская лидия. Вот, и еще у меня есть самарская лидия. Вот, с этой самарской лидии я брала череночки. Череночки, ну я смотрю, что вот этот был первый череночек. Смотрю, дал почечки, то есть укоренился. Вон они, видите? Вот,
Здесь я тоже брала, но попозже. Попозже уже брала, когда уже. Но я хочу сказать, что тоже зеленые почечки уже есть. Самарская лидия. Ну и примулка, видите, красоточка. Тоже они мне так нравятся. Была у меня еще синяя примулка, но куда-то подевалась. То ли вымерзла, то ли выпрела, не знаю. Птицы-млечник. Вот у меня таких вот куртюшечек несколько штук. Белыми цветочками цветет. Птицы-млечник называется. Цветочки открываются, закрываются. Очень красиво. Елочка моя тоже хорошо перезимовала. Ну, здесь у меня вот целый огромный ряд посадочного материала. Всякие разные кустарники, барбарисы, пузыроплодники, миндаль, ива. То есть много чего. Потом у меня жимолость декоративная, вьющаяся. Много чего есть. Пузыроплодников у меня несколько видов. Калина бульданеш у меня есть. Спиреи у меня 4 или 5 видов. То есть вот, вон там у меня детский садик, кто знает. Я черенковала здесь и гортензии, всего помаленечку. То есть вот это тоже надо будет рассаживать, спиреечки, которые укоренились. Видите, уже кустики какие наросли. Можно их даже поделить. Вот, это я... Клематисы у меня. Здесь я делала отдельно клематисы. И вот они, посмотрите, уже какие хорошенькие уже нарастают. Вот они, видите, какие хорошенькие. Главное, чтобы не было заморозков, морозов. Так. Потихонечку, говорю, навожу порядок. Здесь у меня верба на штамбе. Уже сколько она у меня, лет 5, наверное, вот так она выглядит. Я ее обрезаю. Маленькие вербочки у нее тут завязываются потом. Разделила нынче овсяницы свои. То есть вот у меня их два вида, зеленая и вот такая вот прямо. Вот, разделила. Может быть, кому-нибудь пригодится. То есть на альпийскую горочку. Вот, каменные розы. Зимуют у меня великолепно. У меня их прямо в нескольких местах. Я их тоже очень-очень люблю. Кизильник. Ну, кизильник сохранился. Потом я его подрежу маленечко. Вот эти вот, которые сухие, уберу. Вон он, видите, весь зелененький. Цветет белыми цветочками. Потом завязывается красные ягодки. Почвопокровник. Очень красиво смотрится. Высадила я сегодня георгины. Целый ряд. Еще у меня тут вдоль забора, то есть это все у меня георгины. Георгины. Так. Теплицы. Ну, в теплице Саша, конечно, справился с поставленной задачей. Ну, кое-что, конечно, залил. Темно уже. Залил, конечно, он мне тут несколько гортензий залил. Какая-то даже одна из гортензий, сбежавшая невеста, даже пропала. Ну вот, теперь лечить от хлороза. Но, тем не менее, с работой он, конечно, справился. Хризантемки, которые я дома черенковала, видите, какие? Вот, здесь у меня тоже гортензии. Бесконечное лето уже, видите, цвет набирает. Но пока выставить некуда, еще холодно, все стоит в теплице. Колиусы. Вот так вот, в принципе, справился, конечно. Петуняшечки уже набирают цвет, какие-то уже цветут. Бакопа. Калибрашечки. Алисочка моя любимая. Видите, какая? Очень красотка. Садишь одну, и она прям огромная-огромная вырастает. Уже цветет, хочу сказать, в теплицу заходишь, уже аромат стоит. Вот. Ну, вот так вот выглядит на сегодняшний день моя рассадка. Здесь у меня бегонии вечно цветущие. Вот,
помидорки. Помидорки сейчас полили и маленько поникли. Ну, вот так вот все, конечно, цветет и пахнет. Тут я уже высадила петуняшки в большие ведра. Кто знает, да, вегетативные, там одну садишь, и она разрастается огромным-огромным кустом. Здесь я нынче приобрела гортензию Little Spooky 60 сантиметров и Sugar Rush 70-80 сантиметров. Сегодня посадила их вот в эти горшочки. Будут они у меня также зимовать в этих горшочках. Это низкорослые гортензии. Вот, я сейчас стараюсь переходить на низкорослые, потому что высокорослых у меня уже достаточно много. Вот, а места мало, к сожалению. Ну и вот так вот все у меня сейчас выглядит. Рассадка. Так что соскучилась по вас, по вам. Давно не снимала ничего. Ну вот, будем сейчас снимать. Здесь я сегодня посадила арбузы, посадила дыни, посадила огурцы. Посадила, они у меня проклюнулись. Я их в тряпочку замачивала. Вот буквально на днях они взойдут, потому что уже с росточками. Здесь у меня полынь декоративная. Она такая седая, очень красивая, разрастается такой шапочкой. Красиво-красиво, друзья. Ну и вот, собственно говоря. Так. Спрашивали меня, Лена, как сохранить лилии водные. Спрашивают, как вы их сохраняете. Друзья, отвечаю. То есть вот этот прудик остается у меня с водой. Я просто ложу сюда деревянные досточки, палочки, то есть брусочки, да, для того, чтобы прудик не лопнул. И вот эти горшки у меня остаются прямо в пруду. Они замерзают, все. Лед здесь, все. Но лилии сохраняются. Лилиям уже моим получается где-то лет 5 или 6. Вот как появился у меня прудик, вон они, видите, уже начали просыпаться и вылазить. Ну и вот, собственно говоря, вот так вот сейчас все выглядит. Еще, конечно, дел очень много, очень много. Дела продолжаются, работы хватает. Вот. Зайчики мои здесь. Выставила я свои игрушки, статуэтки. Ёжик. Ну и вот так вот все. Как все это смотрится. В общем, кому понравился мой ролик, друзья, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Всем хорошего вам настроения, тепла и добра. И до новых встреч. Пока-пока.